Скоро будет 4 месяца, как я в Ютубе говорю Слово Божье. Знаю это о Боге. Моя сестра говорит, что все верующие. Но мало кто к Богу обращается. Я не хочу судить верующих сейчас, в данный момент, потому что Бог их судит. Кто не умеет молиться, кто еще не молился, можете понять, что нас окружает. Какое зло нас окружает, чтобы оценить значение молитвы. Я вот в предыдущем своем видео я читала о подлости Панерия, комментарии Барка. Это комментарий к римлянам, где написано, что в первой главе в нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Ну вот этот 20 стих 1 главы. Безответны. Что это значит? Что это слово значит? Непростительный, неизвинительный, не имеющий оправдания или права возражать или возмущаться. То есть слово безответный для меня не совсем было понятно. А вот непростительный, неизвинительный, вот это уже понятно. То есть если Божья слава видна, то непростительно людям подавлять истину неправды. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось неосмысленное их сердце, назвали себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четверноногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. О чем идет речь? Я думаю, что Бог не приветствует аномальный секс. Понимаете, о чем идет речь? То есть Богу не угоден тот секс, который некоторые мужчины требуют. Неестественно. Понимаете, о чем речь? Я не буду говорить вслух эти слова. Мужчины требуют от женщин неправильного. Вот. Вот с чем нам надо бороться. Надо молиться, освящаться. Кто делает такие дела, нужно от этого отвращаться, потому что Бог святой. Потому предал их Бог постыдным страстям.
Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делали срам и, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Понимаете, когда говорится вот здесь вот внизу в комментариях, что в Древнем Риме было 14 из 15 императоров, кто там был, они все были гомосексуалистами, то это не тот гомосексуализм, с которым сейчас борются. Это действительно разврат, я так понимаю. Это те мужчины, которые имели женщин, но они еще кроме этого разжигались на мужчинах. Это разные вещи. Понимаете, что такое разврат? Понимаете, им не только мужчины нужны. Знаете, что есть развратники, которые кроме мужчин еще животными увлекаются, понимаете? Вот. Это такой разврат. Понимаете? То есть им все равно. Женщину, мужчину, тварь какую-то. Понимаете? То есть не надо все под одну гребенку. Вот я это говорю о том, чтобы люди понимали, как Богу сложно что-то говорить вообще человечеству. Бог объединяет сердца. Когда я первый раз помолилась Богу, мне сотрудница моя учила, ты молишься ли для Богу? Говорит, надо просить у Бога за мужество. Проси. Ну, я говорила, что я не совсем... Ну, ладно, помолилась я. Да, я таки замуж сходила недолго. Вот. Ну, знаете, Бог отвечает на молитву. Реально. Отвечай. Вот. И это была первая моя молитва. Через некоторое время я действительно сходила замуж. Вот. Ну, Бог посмеялся. На знамение, так сказать. Мне говорят, Лиля, давай-ка это, надо тебе кого-то найти. Я говорю, я уже сходила замуж, больше не хочу. Ну, не в этом дело. Понимаете? Бог отвечает на молитву. В моем случае я бы не хотела так сходить замуж, честно говоря. Ну, моя сестра тоже пошла в церковь, тоже хотела замуж, просила. Ну, у Бога свои планы, понимаете? И приходит такой момент, когда мы вообще для себя ничего не просим. И этот момент уже давно у меня наступил, давно, абсолютно. Я единственный раз когда-то в духе попросила, Господи, мне нужен велосипед. Пришла с Майдана, мне что-то нужен был велосипед. Да, это через три дня Бог мне дал велосипед. Но я это восприняла, эту молитву как пророчество. Пророчество, понимаете? То есть, ну, как потому что она была, этот велосипед уже был в гараже моего брата. Его жены, родной братик привез с Германии бэушный велосипед, и я купила себе бэушный велосипед. В общем, ну, и так далее. Одежду я себе не прошу, ну, Бог иногда сам напоминает мне, что мне нужно. В основном покупая после сотворения каких-то добрых дел. Вот у меня такое. Приходит благословение такое. Там поеду, например, к тете помочь в Киев. Там что-то Бог даст мне, какую-то одежду, там, допустим. То есть совмещая доброе дело. Полезное. Полезность, приятно. Вот такие благословения. Вот такая молитва. Но зачем нужна молитва? Зачем? Получается, можно пойти в магазин, все купить, что тебе надо. Зачем молиться Богу, да? Поесть можно купить в магазине. Зачем просить Бога еды? Вот. Это все. Это все, конечно, понимаете? Ну, и написано, что суетиться не надо. Даже священникам им надо суетиться о еде, одежде. Это приходит, так написано. Язычники суетятся. Понимаете? То есть те священники, которые много себе заботятся о том, чтобы одеть и поесть, они уже первый признак, что у них нет благословения. Вот. Ну, для себя я выделяю несколько видов молитв. В тайной комнате я давно не совершаю молитвы на коленях. Давно. Потому что у меня болят суставы. Ну, это не смешно отвечать. Потому что я веду такой образ жизни, что мне нечем каяться, чтобы становиться на колени.
То есть я покаялась на коленях, когда пришла к Богу, молилась там в церкви. А вот когда вернулась в церковь, кстати, еще-то Бог повел на коленях молиться. Ну, видно, я не знаю, что это значит, но так получилось, что я это ходатайствовала, наверное, скорее всего, на коленях за них, за грешников. Да. Вот. Да ходатайство, что мне там Библию забыла и забрали, быстренько унесли. Кстати, никто не судил грех. Страшно быть. Да, у нас там церкви всякие ходят, сестра мне говорит, ну извините, а где же осуждение греха? Вот, никому это не интересно. Я говорю, прийти в церковь, еще там что-то потерять? Это в мире ходишь, там живешь, работаешь, не теряешь. Интересно, почему так? Вот. Ну, молюсь ли я в кровати? Вот здесь вопросы к верующим. Можно ли молиться в кровати? Вот у меня одна служитель, знакомая, давно она говорила, что Бог ей запретил молиться в кровати. Хотя у нее больные были суставы, и артроз такой серьезный у нее, и Бог запретил ей молиться. Вот. Но я иногда молюсь. У меня есть дар иных языков. Вот, и не знаю. Я думаю, что я получала исцеление. И мне был ответ по слову. По слову был ответ, что когда умирал царь такой, как его язык? Языки вроде. Так он, Бог прислал к нему пророка и сказал, скажи ему, что ты скоро умрешь. Вот. И в те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосова, и сказал ему, так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно. Понимаете? Он отвратился лицем к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. Какая сильная молитва, понимаете? И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано, пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Иезекии царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Тут молитва, можете почитать, 38 глава Исаии. Можете почитать молитву Иезекии. Я так понимаю, что я вот считаю, мне откровение, что если человек действительно как Иезекия, вот он говорит, Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно, с преданным тебе сердцем. Понимаете? Если человеку нет чувства вины, то я думаю, что он может даже и лежа просить Бога исцеления. Особенно, когда, когда Бог слышит молитву праведников. Вот. Ну, и последняя тайна молитвы в том, что я, например, получаю ведение даже в быту, в каких-то таких вопросах. Я получаю видение, читаю Писание. То есть иногда вот говоришь, у меня голова пустая, я что-то читаю, ничего не понимаю, что там написано. А Богу и не угодно, что ты читал. Это живое слово. И получается, идет через мысли, Бог тебе говорит и решает, он видит твое сердце, видит твои проблемы, твои нужды, которые ты имеешь на данный момент. Бог приходит духом своим, видит, что ты обращаешься к нему, читаешь, познаешь его. И он тебя благословляет. Оказывается, он тебя благословляет. Разрешает твои проблемы. Он дает ответы на вопросы. Да? Вот такое у меня есть. Вот такое благословение от Бога. Вот такие
формы молитвы. Я для себя выделила. Вот. Есть сильная молитва, которую я редко совершаю. Разрушение каких-то проклятий. Потому что нас окружает зло, а окружают всякие подлости, вот, которые вот описаны в этих комментариях Баркли. Что характерно для человека? Ну, там в Римлянам 1 главе написано, но вот он говорит, вот такие вот выделяет. Неправда, а дикие. Это полная противоположность диаиосуне, справедливости. Греки определяли справедливость диаиосуне как отдавать Богу и человеку должное справедливость. Интересный комментарий. Человек, исполненный неправдой, человек, который лишает человека и Бога их прав. Он так воздвиг себе алтарь в центре всех вещей, что он обожает только себя, исключая и человека, и Бога. Вот. Ну и перечисляет дальше очень познавательно здесь и подлость, и похоть, и злоба, то, что нас окружает, это зависть, убийство, распри, обман, злонравие. Вот злонравие, что это такое, как эти, как о эти, как о эти, означает буквально злонравие, злобность, а в большом широком смысле зловредность. Аристотель дал этому слову более узкое определение, смысл которого сохранялся всегда. Аристотель определил, что как о эти, это дух, всегда предполагающий самое плохое о других людях. Знаете, что есть? Какой обман, предполагающий самое плохое о других людях. То есть общаясь с человеком, у тебя мысли негативное восприятие. Римский писатель Плиний определил это как злостное толкование вот, о человеке. А Джереми Тейлор сказал, что это слово как один из основных пороков человечества всегда смотреть на вещи с неправильной стороны и толковать их в самом плохом смысле. Вполне возможно, что это самый типичный из всех пороков. Если какое-нибудь действие человека можно рассматривать с двух сторон, человеческая природа предпочтет выбрать худшее объяснение этому поступку. Да, это человеческое сердце. Просто страшно подумать, сколько честных имен было погублено в разговорах за чашкой чая, когда люди давали злонравное толкование совершенно невидимому действию. Совершенно, да, да. Даже родные могут осуждать близкого человека. Когда у нас возникает желание поступить так, мы должны помнить, что Бог слышит и помнит каждое сказанное нами слово. Вот почему люди должны молиться. Вот для того, чтобы не совершать вот таких вот вещей, которые осуждают другого. Просто так. Злоречие, клевета. Это все разрушает нашу жизнь. Почему мы должны бороться, обиды. Почему мы должны бороться в молитве с этими вещами? Говорить Богу надо своими словами. Есть проблема, есть нужда. Можешь даже не добежать до тайной комнаты, можешь сказать в сердце своем: «О Боже, почему меня так там оскорбили, допустим?» И так далее. Понимаете, Не гневаясь на Бога, а действительно искать ответ: Господи, ну почему? Если ты не понимаешь, почему. Да. И Бог придет. Он скажет, он покажет тебе мысль. Вот ты тут действительно был неправ. Смотришь, как ты сказал. Ты же не должен был так сказать. Не должен. Ты как бы сказал, но слово твое было резкое. Ну, и все вопросы надо выговаривать Богу. И это наше здоровье. Наше здоровье. Ну вот, я поделилась личным опытом о молитве. Ищите. Может, у кого-то еще есть какие-то молитвы. Может, я что-то забыла. Будьте благословенны.